Так, вот так видно, вот так видно. Всем привет, дорогие друзья! 14 февраля, это значит, сегодня наступил день, когда мы будем определять победителя по нашему розыгрышу подлокотника. Игорь его делает сам, как вы могли уже видеть ранее в предыдущем ролике. Он сам его делает, ну и прислал мне, чтобы я разыграл его для вас. Итак, вот смотрим. Буду снимать вот так с камеры. Есть возможность снять другой ролик, запись видео с экрана, да, есть программы такие. Но некоторые друзья мои, ребята писали, подписчики наши писали, чтобы я именно вот так снимал, чтобы никто не почувствовал никакого подвоха или подставы. Ну что ж, вот по вашим просьбам, вот так я и снимаю. Значит, вот наш розыгрыш, вот наш, вернее, ролик о розыгрыше, вот программа, в которой мы будем сейчас определять победителя. Нам необходимо скопировать эту ссылочку нашего розыгрыша. Вот сюда мы ее вставляем. Плохо вам видно, да? Так, вставили? Вставили. Добавить. Идет. Что у нас тут прогружается? Итак, вот. Розыгрыш. Вот наш розыгрыш. Так, Романикс канал. Вот здесь вы видите, да? Вот тут смотрите, значит... 46, поближе вам подведу, 46 просмотров, лайков, дизлайков, комментариев и уникальных комментариев. Итак, ну что же, ребятки, сейчас нажимаю вот сюда, вот определить победителя, и возможно именно ты, дорогой мой товарищ, сможешь получить этот подлокотник. На счет 3, поехали, 1, 2, 3, ну-ка, загружается, и кто этот победитель, кто этот счастливчик? Максим Зеленский, Максим. Поздравлять, пока тебя рано, надо проверить, все ли ты выполнил, Максим Зеленский. Так, вот ссылка на твой ВК, где ты должен был оставить. Где ты? Где ты есть, Максим? Вот, Максим Зеленский. Откуда ты родом? У тебя не написано. Ладно, ищем. Вот наш розыгрыш супер модного подлокотника. Есть. А теперь нам надо посмотреть, Максим, где ты есть. Подписан ли ты на наш канал? Смотрим подписки. Подписки, показать все. Давай, давай, давай. Есть, Романикс канал. Вот он, наш канал. Замечательно. Итак, Максим. Сейчас демонтирую ролик, напишу тебе письмо. Потом мне напишешь свой адрес, куда тебе его выслать. Поздравляем Максима, дорогие друзья. Вот. Ну, а я хочу сказать людям, которые... Ну, принципиально не участвуют в розыгрышах. Верьте в свою судьбу, и вы обязательно выиграете. Ну что, друзья, кого-то поздравляю я с праздником, кого-то с победой, кого-то и с тем и другим. А я желаю вам всем удачи в новом году, в этом году. Всем хабара, клада, а главное здоровья. Участвуйте в конкурсах, подписывайтесь на канал. Пока! Вот так вот, Максимка, победитель.